Виталий Викторович, да. Я говорю, вы так и будете с закрытым лицом стоять? Почему? Сейчас я снимаю удаляться. Хорошо. 15 октября 1984 года рождения, правильно? Верно. Гражданин Российской Федерации, проживаете Михаила Гаденко, 3138, верно? Да. Занимающий должность... Информации нежелательно, поскольку полагаю, что в ходе судебного заседания будут обсуждаться вопросы относящиеся к состоянию предварительного следствия, а также вопросы, касающиеся личной жизни подозреваемого с учетом присутствия родственников. Поэтому полагаю, нецелесообразно их присутствие и удовлетворить ходатайство защитника. Однократно в средствах массовой информации звучало, так скажем, информационные вбросы были о том, что он совершил преступление, предусмотренное статьей 290, то есть взял взятку. Это нарушает его конституционные права, потому что никто не может быть признан виновным, иначе как по приговору суда. Однако СМИ, видимо, больше знают уже. Поэтому я считаю, что это грубо нарушает его права конституционные. Прошу их удалить из зала судебного заседания. Так, ну давайте разберемся. Показано ли то, что вы делали с Еленой Тюриной? Ну, пока да, потом уже сколько идет. Вы признаете свою?